Ну-ка, скажите еще что-нибудь сейчас. Снаряжение. Всем доброго времени суток, дорогие, наши дорогие телезрители. У нас сегодня Baldur's Gate, шлюз Балдура. Или Балдура. С вами вся привычная вам компания, бесконечно проходящая его, старающаяся превозмогать, достигнуть хоть чего-то в этом изометрическом мире. Это мы. Здорово. Чё делать будем? Будем идти дальше. Подвал. Так, мы пойдем по улице или... Пойдем в подвал сейчас прямо. Думал, в подвал сразу. Так, подождите. Я должен идти первый, я танк. Подождите. Так, давайте, надо немного перетасовать тут вот персонажей. Вот так. По-моему, я Джахеру забыл наверху. А, да. Как обычно. О, а тут можно лутать? Ну, мы тут вроде были, нет? Да. А может, тут есть потайная дверь какая? Ну вот, нам сюда надо. А. Просто она... Ясно. Показана. Просто она. Это просто... А, да. Невидимая дверь. Невидимая дверь. О, родная канализация. Так, а как бы в бордель-то попасть? Да, вот меня тоже терзает этот вопрос. Так, я попробую обратиться к журналу. Нет, ну, возможно, было проще, конечно, через саму таверну. Нет. Но это в другой район надо. Не, ну тут смотри, пишут, что якобы в бордель Нижний Погреб, ну, вот можно есть... попасть через канализацию. Ой, пауки! Только, я так понимаю, что только через канализацию. Ух, каких много. Мочи. Мочи, ублюдок. Мычи. Ой. Все, я, мои ребята пришли. Так, копье. Так, Джахейра отравлена. Кстати, я, может, могу снять? У нее есть противоядие. Так, ну, мы попробуем убить паука. Да, готовы. О, сработало. Опять. Слушай, дай я ее исцелю. Давай. Холмсом. О. Так. Это тот же самый бордель, мы в котором уже делали квест как-то, да? Ну да. Ну я сделал предположение, что внизу, вот там лестница наверх. На юго-западе. Может, это юго-западе? Она? Тут и на юго-востоке, ну... есть тоже. А то опять пауки, опять пауки! Не, ну нам надо в район, который находится где-то на востоке, а мы сейчас на юге вообще. Телепортироваться. Ну, на юге, значит, надо идти на северо-восток, да? А тут что-то на северо-восток. А, вон. Тут, если лестница есть, вот тут, мне кажется, походу какой-нибудь. Ну, мы, кстати, мы одну лестницу собаки. Пропустили даже. Нет, ну, раз мы на юге, то мы же не можем выйти еще южнее. В теории можно дойти до конца и посмотреть, где мы выйдем. Тут, да, наверное, канализации не в ту сторону повернули. Здесь, наверное, неправильно, да. Ну, можно сохраниться и попробовать. А, давай, кстати, пора бы сохраниться. О, смотри, труп что-то говорит. Белым кружком обвелось. А, это крыса говорила, что ли? Так, ладно, поехали наверх. Пя-пя-пя. Пя-пя. Пи-пя. Так, сейчас такие там... I found the flaming fifth нас ждут. А, кстати, я так, мы вылезли, кстати, около их форта. Это что-то не совсем то, что нам надо, да?
Да, да. Это запад. Обратно, самый. Давайте обратно полезем, да. Так, ага. Мне кажется, надо было рядом там вылезать все-таки с тем местом, где мы вошли. Может быть. Ну давайте пойдем наверх. Вспомнил, кстати, внезапно, что... вообще, мне кажется, надо проходить в следующую канализацию, на самом деле. Да, пойдем. То есть, там вроде выход был не по лестнице в борделе, а вот просто вот такой вот. А. Вот, смотрите, скелет стоит. О. Забытый. У меня тут всюду агенты мои. Ха? Это твои дети. Костлявые. Если сейчас не там выйдем... Так. Ну вот тут, мне кажется, уже где-то может... Это больше похоже на правду, да? Так, тут, а если кажется, осмотреться прям? Пауков. Что-то у меня такое ощущение, что... Ну, надо... Смотри, вот направо куда-то... На северо-западе. На северо-западе? Давай попробуем. Да. Не, на северо-востоке же ты говорил. Ой, ну да, в востоке. В смысле. Ну да, вот куда-то. Говорю, он гордился бы тобой. Вот. Вот, вот тут лестница, вот мне кажется... О, это что такое? Чистящая канализация. Ой, там ком эти комочки. Боевые комочки. Они в тебя плевать будут. Гречик! А, подожди, они не умеют плевать. Ну, это давай фейербол туда херну. Ну, мы все уже да сюда не пришли драться. Да не слабо. Заморозило. Это пиу-пиу-пиу-пиу! Здорово. Тебе здесь не место, запах не каждый выдержит. Так, сохраняй. Давай потыкаемся вот в этот справа проход. Да, вот мне кажется. Сюда? Обратно! Нет, на карту давайте. Или что вы нажали? Ничего еще? Паузу, паузу. Так, либо в канализацию, либо на карту. Канализацию ныряй. Кстати, он рядом совсем. Да ладно, давайте в канализацию. Да ёп! Ой. А это не он. Дружественный. Холмс, где тебя носило, а? У меня были кое-какие дела дома, но боюсь, они же и привели меня назад в врата Балдура. Он со мной говорит, кстати. Да. А где мы его видели до этого? Нигде. Тяжело наверное сказать. Нигде, наверное. Ну, просто страшно знакомый. Может, ответить ему, что тебе надо, мент? Что тебе надо, мент? В пламенном кулаке неприятности, Холмс, большие неприятности. Герцог Ильтан тяжело болен, Оскар убит. Предположительно, это был простой грабеж, но я в этом сомневаюсь. Это все Анжела, он хочет захватить власть в пламенном кулаке. И теперь, убрав Скара с дороги, его уже никто не сможет остановить. Я не раз видел, как он отправлялся с визитами в Железный Трон. Мне это совсем не нравится. Но среди нас есть еще те, кто остался верен Ильтану. И, к счастью для тебя, я один из них. Пожалуйста, ради себя и всех нас, веди себя тихо и при первой же возможности разведай, что творится на базе Железного Трона. Если сможешь поговорить уже с герцогом Ильтаном, тем лучше. Но его держат в казармах Пламенного Кулака. Проклятие, Анжел, дорого захватит душу. Да. Его держат в инвентаре. Это даже уже не в инвентаре, а в инвентаре другого чувака. Да-да. Начальник вокзала. Дневник обновлен. Так, ну мы, кстати, были почти там, только нам надо на западнее. Ой, ниже, короче, надо спуститься. Восточно-нежнее. О, восточно-нежнее. Комочек слизи. Получай. Охренное написано мне. А чё они реагируют на числящиков, мне интересно? Они их своих принимают? Ну да, думаю, такие же. Охряное желе. Кстати, вот тут есть какой-то проход, может, сюда? Охряное желе. Ой. Не, ну вот тут уже больше похоже. Так, давайте. I keep very pleasant company. Так, арка.
Кто тут является чем? Давайте пройдем от... Куда-то направо надо идти, наверное. Да, направо и вот на юг. Юго-восток, в общем. Блуждаем в канализации. Вот можно туда было... что ли? А в свое время их не зачищать, дождаться этого момента. Ну да, но с другой стороны, отвлекались бы, тут задание тоже будет тем более. Да, кстати, опять же хочется вернуться к теме, что проще, наверное, не набирать кучу заданий всяких. А вот тебе дали задание, выполнять ему, да, а потом уже брать следующее. Ну, в том, что мы можем по пути выполнить другое задание, не знаю, фау. Вот с этого, и с этого начинаются все наши проблемы. Не, ну вот с мечами с этими мы убили вот гнолов, потом только нашли задание, и меч мы периодически такие не смогли потом нарушить. Так, это мы... А, жирная баба! Это только авантюрный клинок, кстати. Бежим, бежим, бежим! Нет, нет, мы, кстати, прошли как раз тут. А куда нужно вроде? Да? Ну-ка, а куда? Сохранюсь. Где? Давай попробуем с клинком поговорить. А нет, не туда. Надо... Клинок и звезды. Так давайте тут пройдем уже. Да тут же ходят Айсер в The Flaming Fist'ы. Не, ну, попробуем. У тебя такой вид, будто ты срочно нуждаешься в отдыхе. Может, поболтаем перед тем, как отправляться на боковую? Кажется, я видел тебя раньше в гильдии воров. Не могу припомнить твоего имени, но если ты тут в теме, значит, мы на одной стороне, а? Что скажешь? Я тебя не знаю, отвали. Спасибо. Да, спасибо, но куда подевались все остальные? Ну, врата Балдура в последнее время превратились в одну большую тюрьму. Но стража все равно норовит каждого запрятать за решетку за малейшую провинность. Весь город взбудоражен, и пламенный кулак жаждет крови. Не могу сказать, что осуждаю их. На их месте я бы поступал точно так же. Скара, заместителя главнокомандующего, недавно убили. Точные обстоятельства этого неизвестны. Одни считают, что это был несчастный случай, другие говорят, что заказное убийство. В любом случае, его смерть подлила масло в огонь. Особенно учитывая, что сам герцог Энтер Сильвершилд был не так давно убит. И опять же, никаких предположений относительно того, что именно с ним произошло. Так, что пламенный кулак теперь будет делать без опытных командиров? Командир у них есть. Так, ну, в принципе, это то же самое. Сейчас да, я да. посмотрю, нет ли тут каких-то уникальных у него данных для нас. Так, у него влиятельные друзья, он получает приказы непосредственно царевока. Так, внеочередные выборы. Так, так, так. Герцог Альтан никогда бы не позволил, кому попало, командовать. Герцог Альтан не в состоянии, целитель Рашат, ага. Так. Ну, в общем, в каждый район засунули по человеку, которого это рассказывает да. новости. Потому что игрок, если возвращается в город, он может в каждый, ну, в любой район, в общем-то, зайти. Ну, это да. А! Опа! Валим! Я слезу пламенному кулаку! В канализацию? Да. Слушай, а чё они прям сразу нападают, черти? Мы прям как черепашки-ниндзя. А вдруг он за нами пойдет сейчас? Возможно, давайте бежим скорее. Так, нам, кстати, надо... Мы слишком глубоко сцелились. Мы слишком бежим. Так, стой, мы в трёх наведётся? Хороший вопрос. Понятно, да. Так, а мы выходили... А, мы тут еще не выходили. Вот здесь... Попробуем. Здесь только лестницы, смотри, тут вообще нет вариантов пройти в эти проходы. Нет, ну вдруг там по лестнице. А, ну пошли по лестнице. Все. Просто мы оказались на юге, нам как раз надо было бы на север сейчас. Так, чё, не идётся? А, во. Нет. Тут стемнело. О! Я слезу пламенному кулаку. Кстати, мы почти пришли, только вот там влево, видите, надо гревать сётр. Только вот тут два парня агрессивных стоят. Разве нам выгревая сётр надо? Не выгревая, в русалку, сверху которую. Там как раз борды. Нижний погреб, да-да-да. Так, ныряем. Так, получается, да, ныряем, и сейчас идем влево. А мы знаешь, такой, как... Я слезу пламенного, а куда они подевались? Это как, знаешь, суслики в игре, где надо по головам им стукать.
главное успеть среагировать до тех пор, пока он скажет, да, слышу, плавно, пока он это не скажет, скрипт мозга не активируется следующий. Ой, тут труп. И крыса. Крыса. Так, кстати, вот тут дальше поедет проход. Да ладно, давайте проверим лестницу. Дай сохранюсь. Ой. Ну, тут... возможно, как раз услед выход. Трупов-то куча вообще тут в канализации. Чистильщики бесполезны. Оп. О! О! А, вот мы так, давай сохранюсь еще. Ай, блин, только что сохранялся. Так, ну возможно, там стража подключает нас. Да. Стыдливая русалка. Русливая стыдалка. Кстати, такой плакат современный. Русливая стыдалка. Здорово. Отрыгивает. Здрасте, мордасте. Я хусаб, надо перетереть. Иди за мной. Ну пошли, чё. О! Он пришел? Это что такое? Прошу прощения за то, что ввел тебя в заблуждение, но иногда хитростью можно добиться большего, чем честностью. Ни мне, ни моим ребятам не нужна драка, так что предлагаю убрать всем оружие. Нам нужна драка. Нет, он же нам в тот раз помог. Я предлагаю убить их с максимальной жестокостью. Почему нет? Нет, ну попробуем. Да мы же сами в гильдии воров. Ну да, блин, просто интересно, что тут он хочет сказать нам. Да, давай вторую. Да, если что, будем убивать. Вот и хорошо. Начну с того, что меня действительно зовут Хусам. У меня никогда не было своего бизнеса во вратах Балдура. Я и мои ребята принадлежим группировке, известной как Теневые Воры. Не сомневаюсь, что тебе приходилось слышать о нас. Я здесь, во вратах Балдура, потому что о нас и о народе Амна ходят лживые слухи. А, это амнямнямцы. То есть другие воры, не те, на которых он, ну, видимо, втерся в доверие к этим ворам, да, которые тут. Уверен, ты наверняка знаешь, кто и как подставил тебя в Кэндлкипе, из-за чего теперь все считают тебя убийцей из Амна. И то, что ответственность за смерть герцога Энтара Сильвершилда и командира Скара пытаются переложить на теневых воров. Так вот, мы к этому не причастны. У меня такое чувство, что кто-то хочет таким способом разжечь конфликт между вратами Балдура и Амном. Ну, ты просто гений. Амн никогда не желал войны с вратами Балдура и не имеет вообще никакого отношения к неприятностям в этом регионе. За всем этим стоит Железный Трон, если более конкретно, Саривок. Теперь, когда я представился, твоя очередь сказать мне, кто ты. Меня нанял герцог, чтобы расследовать деятельность. Я работаю на Зентарим, их тоже кто-то подставляет. Ну, Зентарим это вот эти были в начале, кто там? Кзар и Монтарон. Их организации. А орфисты, ну, Джахейра и Халид. Так мы все от всего по чуть-чуть. Ну, для нас, видимо, главный вариант первый. Ну, само собой. Ну, просто тоже интересно, с другой стороны, что будет, если ответить, например, Зентарим, хотя я даже не знаю. Не, ну, Зентарим они плохие, то есть такие не очень хорошие ребята. Ладно, давай первое, все-таки надежнее. Ну, или третий, можешь, как хочешь. Действие орфистов. Первое, в общем. Странно, конечно, при содействии. Наемник, значит. Что ж, твой наниматель сейчас не в самом лучшем положении. Возможно, и тебе понадобится помощь. Как ты собираешься мне помочь? Последние недели я следил за двумя ночными масками и их операциями в городе. Могу точно сказать, что именно они пытались свалить на теневых воров несколько недавних убийств. Я знаю, что они скрываются вместе, известным как Нижний Погреб. Думаю, стоит нанести им визит. О, можно пойти толпой? Давайте, попробуем. Пойдем. Просто следуй за нами в святилище Ильматера. Один из входов в Нижний Погреб находится именно там. О, нифига, смотри, как они бегают. Это из героев пятых на ассасинов, похоже. Ты единственный персонаж, который умеет бегать в игре. О, сарай. Ну это храм. Послушайте их озвучку. Странно. И вам привет. Hi, friend. Привет, друг. А где Хусам-то? А, вот он. Может, он что еще скажет? Вот мы и на месте. Вход находится там, сзади. Мы останемся здесь и будем отвлекать внимание. Тех, кто тебе нужен, зовут Слит и Кристин. Поговори с жрецом Ильматера в храме, он проводит тебя в Нижний Погреб. Встретимся здесь, когда ты разберешься с ассасинами. Ну, конечно, вы будете стоять тут. Встапить стиром на стрёме. Так, а кто тут из них... А, вот. Жрец и нищий выглядят одинаково. Ну, это такие ребята. Ну, они аскеты, типа.
Ах, долгого страдания твоей нечестивой плоти! А, долгого страдания тебе, брат мой, мне пора идти. Так. Блин. Зачем страдать еще и... А в смысле мне пора идти, надо же как-то... Надо что-то второе или третье ответить? Ну, может быть, да. Давай, так. Вообще так-то не важно, да, по-моему, второе или третье? Ну давай, типа третье, наверное, он жми, побольше тогда расскажет. Жми, якорный бабай. Боюсь, мне никогда не понять твоей веры, брат. Достаточно мук потерпели наши души. Зачем страдать еще и плоти? Или, быть может, наоборот, наша плоть мучается, потому что души не затронуты деяниями плоти. Что за деяния? А, что это могут быть за деяния, жрец? Я, ну, убирайся, или навлечешь гнев богов на свою грешную плоть. Я никогда не говорил с тобой, знать тебя не знаю. Че, дурак, что ли? А, это ты, так это... Кто так интересуется теологической природой плоти ее грехов? В моем обиталище есть тайный проход, который позволит тебе ближе познакомиться. Это не надо таким голосом читать. А? Это говорит надо так. В моем обиталище есть тайный проход, который позволит тебе поближе познакомиться с этими грехами. Он ведет хум в место, называемое Нижней Богом. Пусть пролезь туда со мной. Да. Пролезь туда со мной. Пойдем. О! Чапа. Опять! Сразу. Опять этот бордел. Так, можешь спросить у куртизанки, где они находятся? Не подскажешь, как спросить у сутищельма Тера? Не надо, проходи мимо, так, смотри, меня смотри, разумеется, здесь более явно. Ну ладно. Развратник. Дай сохранюсь. Главное, не убить стоит. Слив, так, дорогая, что у нас тут? Пища для клинка? Жмакайте там. Враги! Давай... Чё? Давай скажем, что я... Мы с Лотом пламенным кулаком. Давай. Это немного всех запутает. Не знаю, Слив выглядит очень грозно. О, я ошиблась, перепутала кое с кем еще. О, у нее язык из стали и сердце из золота, мой Кристин. И она так прекрасна, что становится невидимой, когда всякие разные начинают к ней приставать. Впрочем, если за ней не приглядывает такой крепкий парень, как я, естественно. Слит, малыш, говори все как есть, радость моя. Ох, детка, ты же меня знаешь. Знаешь своего Слита? Эй, ты, нечего тут пялиться, как мы нежничаем. Это не твое дело. Что ты шепчешь, милая? Эй! Теперь моя девочка Кристин говорит, что ты питаешь слабость к великим герцогам. Жаль, конечно, что с Центаром Сильвершилдом так вышло, правда? Один готов, двое осталось. Бедные герцоги. Может, было бы лучше, если бы они все вместе умерли. Тьфу, Кристин, не выдавай нас теперь-то. Это... Как это там называется? Болтун — находка для шпиона? А, все, хватит играть в кошки-мышки. Мне это надоело. Тут разберемся сейчас, а герцогов прикончим сразу после обеда. Как велел Саривок после обеда. Обед по расписанию тоже у ассасинов. Люблю тебя за твой ум, Слит. Сами подошли к нам и все разболтали просто. Странные какие-то. Ну какой он быстрый. Надо пульнуть в него чем-то. Главное не... Замораживающим лучом, например. Давай. Ну я хотя я усильнее стукую, чем он меня. Но он атакует сильно, ну, быстрее. Сейчас попробуем. Пусть Джахир это. Стук, стук, стук. Так, вторая где? Где-то тут она была. Так, она колдует. Сейчас у вас есть здесь увидеть невидимую каком-то такого заклинания? У меня есть развеять магию. У меня ничего такого нет. Не, ну развеять магию ты не сможешь, потому что ты не видишь ее. Так я на зону могу скастовать. Ну, можешь попробовать. А вдруг... Ну. О! На! Стук! Стук, стук! Расчленено. Вол добил ее. Так, куча свитков, неопознанные проща, кстати, и кинжал. А, так, ребят, я тут осознал, что мы же хотели
прочесть письма, которые нашли в конце предыдущего этого всего. Да, у них, кстати, должны быть письма. Да, у них тоже я два письма нашел. Это приглашение. Так, давайте тогда я почитаю. Вот, давай. Так, соревок. Так. Параща плюс один, на самом-то деле, не очень прикольно. Письма, которые мы нашли вчера, ну, когда там мы играли последний раз. В прошлой серии, короче. Кизека. Или, подожди. Кизска. Да, Кизска. Поздравляю с удачно проделанной работой. Если бы не твоя преданная служба, Эльтан остался бы моим самым сильным врагом. Но сейчас я прошу о другом одолжении. Несколько твоих собратьев собираются в канализацию прохода во дворец. Они готовятся убить великую герцогиню Лию Джанат и великого герцога Белта. Помоги им, поскольку ты самый умелый из всех. Я очень давно ждал этого момента. Надеюсь, и ты тоже. Кровопролитие, которое начнется после того, как я объявлю Амну войну, обещает быть поистине великолепным. Встретиться со Слитом и Кристин в нижнем погребе. Они мои лучшие ассасины. В канализации расположено много входов в нижний погреб. О. Так. Скопировать в дневник. Засунуть сюда. Письмо. Соревок, я получил твое письмо, и меня весьма порадовало твое предложение. Я всегда о нем своей жене... я сказал о нем своей жене, и она от него тоже в восторге. Я принимаю это задание, полагаю, что плата за него весьма достойная. Это будет наш самый великий подвиг — убить всех трех великих герцогов Фрат Балдура. Мы будем во вратах Балдура в течение недели и остановимся в своем привычном месте, в нижнем погребе. Если захочешь с нами встретиться, найдешь нас там. Воспользуйся входом через канализацию. Искренне твой, Слит. Так, смотри, что я нашел. Клинок теней плюс 3. Можешь мне скинуть. Для ассасина. И могильщик плюс 2. Очень интересные мечи. Меч. Это кинжал или что? Один кинжал, второй меч. Я скинул 2 оба. Меч, может, Халиду подойдет. Письмо. Соревок. Я должен сказать, что наша первая жертва не оказала нам такого сопротивления, на которое мы с женой рассчитывали. Глупый пижон почти не защищался. Хотя, уверяю, кричал этот энтар превосходно с самого начала и до конца. Надеюсь, наше следующее задание будет посложнее. И судя по тому, что ты сообщил, этого и следует ожидать. Убийство двух великих герцогов в их собственном дворце во время обращения к высшему дворянству врат Балдура. Жду не дождусь. Ты знаешь, где нас найти? Тебе стоит как-нибудь спуститься и познать прелести нижнего погреба. Хотя, насколько я тебя знаю, этого никогда не произойдет. Твой покорный слуга Слит. Прелести нижнего подчеркивания. Дневник Соревока. Вот тут много чтива, но это надо прочесть. 14 число. Лейнит. 1365 год. Ого. Сегодня в Кармире был введен запрет на действие Железного Трона в пределах его границ. Хотя это сильный удар по Железному Трону, зато и превосходная возможность для Риэлтара внести его предложение на рассмотрение Верховного Совета Железного Трона. Если все пройдет хорошо, мы сможем начать операцию уже в этом году. 25 число. Марпенот. Интересные месяцы у них. 65-й год. Давайорон. Даваэорн послал Риэлтару сообщение о том, что шахты в Клоаквуде осушены и готовы к эксплуатации. Эта информация должна убедить Верховный Совет Железного Трона. А что там в этих шахтах, кстати, было? Я уже не помню, что там добывалось. Железо добывалось. Нормально, да? Ну да. Второе число. Найтал, 65-й. Совет Железного Трона согласился поддержать план Риэлтара. Ему выдали все необходимые ресурсы, а также назначили руководителем проекта. Я обозначил своему, в кавычках, отцу интерес к проекту, и он пообещал включить меня в операции на побережье Меча. Меча! Во время разговора он помянул мать и то, что я не должен быть таким же неверным, как она. Он дал мне ясно понять, что в этом случае меня ожидает ее судьба. Его угрозы пусты, но мне придется внимать им так долго, сколько потребуется. Пока же я решил сидеть в Кендлкип. Давно хотел изучить получше предсказания Алаунда, и мне нужно узнать, что в моих снах правда, а что нет. Я не поверю словам призраков без каких-либо доказательств. А жрец Баала, с которым мы встречались, ничего толком не сообщил. Он был слишком стар и умер.
как только я схватил его. Если эти слова правдивы, мне следует обзавестись более сильными служителями, чем был этот. 11 число. Чес. 66 год. Мои исследования проходят успешно. Монахи в Кэндлкипе оказывают всяческую помощь. Судя по тому, что я прочел, у меня действительно течет кровь Баала. И тут мы можем догадаться, что мы тоже сын Баала. Все вместе в шестером. Там-там-там. Шестером, наверное. Шестером. Шестером смешнее. Его пророчества, разумеется, неоднозначны, но мне кажется, я их понимаю. Он предвидел свою скорую смерть и рассеял свою сущность по земле. Родившиеся от этого дети носят на себе отметину хаоса, обладают неуправляемой силой и чувствуют в себя частицу Бога. Смерть, которую они принесут, разбудит их отца, и через них он восстанет. Хотя об этом не говорится прямо, но это явно означает, что через смерти других его дети возвысятся. Поскольку отцом их был владыка убийств, они должны доказать, что достойны его действия в соответствии со своим предназначением. Я начинаю понимать... А что если это... Чё? Профурсетка, я скастую ментальное подчинение на другую профурсетку. Что это будет интересно? Ну, это агрессивное действие считается. Они должны доказать, что достойны его действия. Так. Я начинаю понимать, что должен делать. Нести смерть в грандиозных масштабах. А, третье число... Что мы и делаем. Третье число. Тарсак, 66-й. Меня беспокоит монах Гарион. Похоже, он заинтересовался тем, что я читаю. Мне надо вести свои исследования более скрытно. Я бы с радостью просто убил его, но вряд ли смогу незаметно избавиться от него в этой проклятой библиотеке. 11 число. Тарсак, 66-й. Сегодня мне приснился сон. Моя мать говорила со мной, но во время разговора ее лицо было расплывчатым и бесцветным. Ее голос слабел, когда она просила меня спасти ее от риэлтора. На шее матери явно виднелся след от Гароты, но я ничего не предпринял. Это был всего лишь сон. Гарота? Гарота — это петля специальная. А. 27 число, Тарсак. То есть вот три последние записи за один месяц, 66-й. Я уезжаю с Кэндлкипа и как можно скорее, поскольку вижу, что Гарион понял, кто я. В одном я точно уверен, Холмс тоже принадлежит к потомству Баала. Нет, только не Лаки Фокса. Холмс имеет все признаки, и, кстати, это объясняет, почему Гарион заинтересовался моим исследованием. Хотя сейчас я ничего не могу сделать, но обязательно вернусь и убью это отродье. Вернусь и убью это отродье. Было бы глупо оставлять в живых своих родственников, особенно если одного из них воспитали орфисты. Я уверен, что именно к ним принадлежит Гарион. 5 число. Миртул, 66-й. Сегодня я встретился с риэлтором в вратах Балдура. Глупец по-прежнему зовет меня сыном. Что ж, пусть пока так и будет. Он полагает, что я верен ему, потому что я вы... Потому что я вырастил меня, хотел прочитать. Потому что я выпил. Потому что он вырастил меня. Да, я верен, но до тех пор, пока он мне полезен. Он расположился в доме бедной дворянской семьи и утверждает, что все идет гладко. Мулахей укрепился в шахтах Нашкеля. Его подручные кобальды уже должны активно заражать железную руду. Лишь несколько рабов сейчас копают руду в Клоаквуде, хотя риэлтор заверяет меня, что как только начнутся набеги бандитов, у нас будет много новых рабов. 8 число. Хаммер. 67-й. Я встретился с предводителями вызывающих дрожь и черных когтей. Мне не очень нравится Арденор, почти как Арандор, главарь вызывающих дрожь. А Таургос, наоборот, кажется человеком слова. Это хорошо, поскольку мне предстоит работать с этими наемниками до конца года. 3 число. Тарсак. 68-й. То есть с момента его пребывания в Кэндлкипе прошло 2 года уже. Все идет хорошо. Поток руды из Нашкеля уменьшился, а мои наемники отлично справляются с уничтожением караванов, идущих в врата Балдура. Хотя некоторых наемников схватили, большинство думает, что они работают на Зентарим. Софана захотела спать, пока я читаю дневник. Так, хотя некоторые начинают думать, что эти наемники работают на Зентарим, поэтому Железного Трона нет никаких проблем. Я уверен, зентийцы в Даркхолде не обрадуются, когда узнают, что их имя используется в неугодных им целях. Полагаю, в ближайшие месяцы мне следует остерегаться агентов Зентарима.
То есть тут могли как-то вот эти вот двое бешеных повлиять, да, сопартийцев? Ну, ну да, то есть они тут Хали Джахира, и с другой стороны Монтарон и Кзар. Они тут, ну, тоже, в общем-то, могли что-то там рассказывать и прочее. 28-е, Тарсак, 68-й год. Думаю, сейчас у меня есть время разобраться с этим старикашкой Гарионом и его мелким отродьем. Надо сообщить моим подручным, что меня не будет несколько недель. Мелким отродьем. О! Потому что ты дварфа. Вопросительное число Миртул. Времени писать нет, но и забрасывать записи нельзя. Будущие мертвецы должны знать, как владыка убийств вновь явился им. Когда будет время, надо нанять писца. Писца! Наемный писец. Маленький пушистый. Маленький пушистый. Писец наймистый. А, да. Все идет не совсем так, как я планировал, но ситуацию еще можно спасти. Холмс движется к вратам Балдура. Если мне удастся заманить отродье в кандалки, получится прекрасный козел. Отпущение. Мой смертный козел. Отец Риэлтар, в кавычках, собирается встретиться там с рыцарями щита. Он пересекает все мои попытки, разжечь вражду между Амном и вратами Балдура. А эти встречи должны наладить отношения между ними. Я должен избавиться от них и взять Железный Трон под свой контроль. Я не могу позволить денежным и деловым интересам помешать мне. Мне очень жаль, в кавычках, отец, но мое кровное родство зовет меня, а ты стоишь на моем пути. Нужно указать Доппельгангерам, как именно должен умереть Риэлтар. Думаю, Гарота отлично подойдет. Гарота. Ну, мы сами его убили. Там не понадобились Доппельгангеры. И осталось два коротеньких письма. Это приглашение на инаугурацию нового великого герцога врат Балдура. Церемония состоится во дворце герцогов. Приглашение необходимо предъявить стражникам при входе, после чего будет обеспечен допуск под дворец. Это мы нашли на теле Слита. И письмо. Слит, пора нанести удар. В день моей коронации будет праздненство. И вам нужно будет встретиться с моими ассасинами-доппельгангерами в канализацию прохода во дворец. Вам следует смешаться с толпой в зале. Нанесите удар, когда я закончу свою речь. Если вас там не будет, мои доппельгангеры будут действовать самостоятельно. Но вы не получите своих денег. Следи за тем, чтобы твоя жена ничего не испортила. Приглашение на праздник прилагается к письму. Соревок. Похоже, это важная записка, следует ее сохранить. В скобочках. О, блин. Ну, зато все, ну, так много узнали, поняли. Все, я. Связали. Сейчас, сек. Это надо сюда. Он, кстати, сказал, что там в канализации у дворца, да? Да, то встретимся он... в канализации в ходе вот... входа во дворец. Так, да, я сохранюсь под слотом вообще. Ну, проще туда пройти, мне кажется, через верх все-таки. Сейчас мы опять будем блуждать. Зато да, давайте сюда. Встретимся с убийцами, с этим, может, он что скажет нам. Ну, можно прикинуться слитом. Всем шестером. Прикинуться песцом. Ну, это... Или выпью. Такой, я выпью. Она сказала посмотреть на ее эти самые. Блудница. Что-то нас, по-моему, мало. Нет. Все на месте. Сохранить, кстати. Я сохранялся. Минуту назад. Блин, а тут нет кулаков. Здесь нет. Так, а уборка вроде нет, да, ничего? А сейчас, кстати, мы его спросим. Мечи я тебе посмотрел, там кинжал один плюс 2, короткий меч плюс 3. И Ваня. Эй, не подкинешь деньжат на рассказ про убийство и обман? Всего-то 10 золотых, но оно того стоит. Давайте. Ну, давай. Эх, это был Скар, заместитель командующего благородного пламенного кулака. Дело было ночью в одном темном переулке. Дождь лил как из ведра. Вода затекала мне в ботинки, так что я весь промок и промерз. Хитрый убийца набросился на него, срезал своим окровавленным ножом ему кошелек и пустился вниз по переулку. Да, хорошим человеком был Скар. Он... Че? Он погиб от внезапной деньгопотери? Ах, да подожди, я же не дочитал. Вернись назад!
Фарш невозможно провернуть назад. Ну вот только этот... Чё? Не читаем. Вот только этот мелкий преступник был вовсе не одним из тех бродяг, какими показался сначала. Нет, это был оборотень с серебристой кожей и когтями, подобным кинжалом, который он всадил прямо в глаза Аскару. Затем он перерезал ему горло и бросил окровавленный труп мокнуть под дождем. Это же сделал я, ты спросишь. Все произошло так быстро... А, что же делал я? Так, я еле успел спрятаться в кустах, а зеркальная тварь приняла новое обличье и растворилась в темноте. И теперь моя помощь состоит в том, что за несколько монет я рассказываю всем правду, как погиб хороший человек. Это все, хотя не думаю, что ты со мной согласишься. Зеркальная тварь, о которой ты говоришь, это доппельгангер. В последнее время они встречались мне очень часто, и все они были наняты Железным Троном. Не знаешь ли, какая причина была у Железного Трона желать смерти Скара? Давно уж, я не знаю. Нажимай. Железный Трон, говоришь? Ну, это уже выходит за рамки моего скромного повествования. Но вот что я тебе скажу. Герцог Эльтан сильно заболел. Так, его заменил Скар, Анжела. Так. Замешанный, попробуй пошарить в здании Пламенного Кулака или башни Железного Трона. Пошарить песцом. Ну все, конец. Все, конец. Да, пошли. Зато нам рассказали, как мне. Ну да. Так он, походу, какой-то вообще этот бесполезный упырь был, потому что выпилить сабдупельгангера надо уметь. Так, или давайте. Никакие. Где там наши друзья-то? Сейчас, давайте я вам сейчас устрою маленький этот. Чего? Ну-ка, давайте, встаньте, дети, встаньте в круг. Сейчас надо догнать арку. Он стремится, так, стремится. Так, сейчас поговорим с этим. Нам придется сейчас по городу бегать, не? Так нет, сейчас по конец смысла. Мы сейчас пойдем в следующий раунд, там пропадет, мне кажется. К кому будем переходить. Как все прошло? Оба убиты. Никого не удалось найти, можно. Оба убиты. Отлично. На их телах что-нибудь было важное? Вот несколько документов, в которых изложен план следующих убийств. Они должны были присоединиться к группе доппельгангеров и убрать двух оставшихся великих герцогов во время выборов. Также у них было приглашение на коронацию Саривока. Значит, это произойдет сегодня вечером. Если у них все получится, Саривок захватит контроль над всем городом. Мы должны немедленно предупредить герцогов, пока еще не слишком поздно. Надо проникнуть во дворец. Ты можешь воспользоваться найденным приглашением, а мы постараемся пробраться внутрь через городскую канализацию. Не знаю, удастся ли нам это сделать, поэтому все будет зависеть от тебя, Холмс. Так. Она будет перед финальным боем отдохнуть, кстати. А это уже будет финальный бой? Нет. Ну, я думаю, надо найти место и закруглиться. Так, ну давайте сейчас... Ну, хотя сейчас будто в сохранении, наверное. Сразу в тот район телепортируемся. Угу. Там попробуем зайти в канализацию, посмотреть, поискать доппельгангеров этих. Если их там нет, то просто пройти. Погоди, а может отдохнуть можно вот в Осетре? Переночевать? Может, и можно. Типа можно. У нас времени нет, типа, да? Ну хотя сейчас, по идее, ночь, да? Не, ну мне отдыхать не особо-то нужно, мне тут... Сафана же спать хочет. Мне надо заклинание перезарядить. Это фигня? То есть, ну, мне кажется, да, ну как хотите. Так, Бор, куда надо подойти? Надо перед великой битвой-то поспать. Так, тут только дворянская комната. О, какой чайничек милый. Следы от мечей над камином. Такие отпечатки мечей. Так. Ну вот, типа этим вечером состоится инаугурация. Она уже, наверное, состоялась. Мы проспали. Мы проспали. Так, арка, куда идти? Самый верхний, да? Ну да, вот. Там где самый большой замок, походу, вот этот. Ну, да. А, нас не пускали в него еще. Понял. Так, ну тут суть в том, что ночью стражников вроде нет, а днем могут быть. Так. А нам вниз.
А снизу пройти можно, нет? Да, кстати, давайте в канализацию спустимся. Тут есть канализация, нет? Ха. У нас же приглашение. Опять? А, ну нет. Ну, давайте просто пройдем к... Вот и вот я нашел канализацию. Ну пойдем в канализацию. Орк, есть план. Нет, ну попробуем осмотреть. Дворяне всякие. Вдруг они там сидят, мы их убьем. Сейчас попадаем в эту в комнату, где все главные злодеи собрались. Так, а мы тут кто-то сидим. Во, может, пробежишься вниз до центра. Куда вниз? Вот сюда вниз? Ну, туда вниз, да. Просто посмотреть вниз. Ну. Что я должен тут найти? Ассасинов. Доппельгангеров. Нет, ну там же в письме было сказано, что они будут в дворце. Ассасин, так во дворце, не в канализации? Нет, они должны ждать в канализации, которая ведет к дворцу. Да. Не вижу ничего. Так, ну, а если ладно. Мы перейдем на другую локацию, мы окажемся уже под другим районом, да, по идее? Да нет, давайте вот на лестницу, по лестнице поднимемся. Мне кажется, это просто на другой стороне той же самой улицы мы вылезем. Нет, ассасины лезут на стены, милорд. Может быть. Не, ну просто я надеюсь, что нас сразу ко дворцу выкинут, чтобы не обходить. Ну вот, вот. Ну, в какой-то степени да. Да, кстати, так куда лучше. Так. Теперь можно баба какая-то. Обыватели. Так, давайте сохранимся. О, тут стоит парень. А, бил. Может... Сейчас закруглимся, со следующей серии начнем это все. Ну, можно, да. Давайте. Все, тогда, дамы и господа, на сегодня хватит. Да, мы выходим на конечную прямую. Следующая серия, я думаю, будет... А мне кажется... Финальная или полуфинальная. Да, я бы не закадывал. Ладно. Тем не менее, спасибо за ваши просмотры. С вами был канал Благородных Сэров. Подписки, лайки, все дела там. Пока. Пока.